ура! Давайте немножко проснемся. Кто хотел такие результаты, потому что девочки уходили? Вы пришли в готовую систему.
которым тебе только необходимо будет следовать пошагово готовому алгоритму успеха. И как на одном из семинаров наш наставник Атила Гидермана сказал, эту систему ты можешь купить полностью. То есть ты в ней достиг успеха, используя все его шаги. Все шаги. Нельзя упускать ни один маленький жучок. Мы, люди, так сложены, что мы всегда любую систему под себя, как делаем, подстраиваем, правда? Как нам удобно. Список создать нормально, пригласить можно, презентацию можно, а на семинаре проблема на фоне, правда, да? И на этой ответ всегда говорит, есть то, что важно, есть то, что срочно. Ребята, я хочу вас поздравить, потому что мы для себя, наши коллеги, свое будущее поставили важно и срочно. И поэтому мы здесь. Потому что у всех есть тоже домашний вопрос. Кто-то мог сегодня быть с детьми, кто-то мог сегодня быть с друзьями, кто-то мог сейчас спать, а ты здесь. И в предстоящем году, в феврале месяце, мы всей командой поедем на уикенд семинар. Все люди спрашивают, что вы туда ездите, что вы там делаете? Вчера Совет классно сказал. Там есть успех. Знаете, ребята, я еще хотел бы, чтобы вы все узнали про одну встречу. Эта встреча называется 10+. Когда вы получаете шанс получить в узком кругу информацию о бриллиантовых менеджерах. Кто бы хотел послушать человека, который купил этим летом Rolls-Royce с нуля? Отлично, послушайте его, что он думает, какие у него мысли. У тебя будет такой шанс в феврале месяце. А что тебе надо сделать? Тебе надо сделать одну вещь. Олег, ты здесь? Хорошо. Знаете, друзья, хочу вам еще сказать. Этот бизнес самый легкий бизнес в мире. Самый легкий бизнес в мире. И строить его самым простым способом. В этом бизнесе нужно делать две вещи. Иметь жгучее желание и второй слушать того человека, который ты считаешь своим мастером. Этот молодой человек услышал меня 2 года. Кто есть? Он 2 года там, да. Месяц назад мы с ним серьезно поговорили, по-мужски. Я объяснил, что ему надо делать, и он начал делать. 3 дня назад вечером сидим, я говорю, а сколько людей я буду на семинар? Ну, там, пару человек. Я говорю, ты же можешь больше. Давай начни. И он сел за телефон, и за сутки 10 человек. А он там же помогает. Все, он помогает, я решил, что я он вчера, а позавчера ночью застанцировал на девочке, Алмата, и они здесь. Вот так же и ты можешь проработать. Главное пойми, что ценность, что успех, что ты сам был здесь и пригласил своих людей. Что ты показывал маркетинг, он 8-го маркетинга рассказывал о семинаре. Он еще раз звонил, мы вместе с ним это правильно работаем. Я рад за тебя. Почему я это говорю? Потому что была узкая встреча, где он попал на ужин с бриллиантом. С вчерашнего вечера все его родственники меня обзвонили. Он с Чикенко, поэтому там вопросов очень много. Кто был у меня? Все были в шоке, что он попал на такую встречу. И ты тоже можешь. А следующий месяц тоже может быть на такой встрече. А это сделать в среднем за 3 дня. А я, если ты бы 4 месяца подряд проделал, сколько других бы сидел бы в своей команде. И в феврале месяце на большом уикенд семинаре будет такая же встреча, на которой с ним уже легче. Лидеры,
10 человек уже принесли свои команды, чтобы ты мог получить ценную информацию, узкую информацию от нашего верхнего спонсора. А человек, который в мире Forever, знает каждый человек, потому что он делал невероятные вещи. Он был чемпионом по всему миру почти 10 лет подряд. Есть еще другая русская встреча, она называется 20+. И мы всегда с командой работаем на эту встречу, потому что нам наш спонсор сказал, всегда будет в узких кругах. И на этой встрече Атилла Гидропавлик говорит о своих стратегических планах. Он говорит, куда мы двигаемся. Он говорит свои мысли. Ребята, вот у меня сейчас дрожь. Ты будешь сидеть, и тебя будет консультировать человек, который создавал миллиардные обороты. Человек, который создал уже целую миллиарду успешных, свободных, счастливых людей. Я хотел бы сказать одну мысль. Недавно я был в поездке. Я встретился с партнером. И они, потому что спонсор, наверное, не так активно работал, и они начали ходить на другие тренинги, обучение. Потому что вчера очень много об этом говорилось. Я просто приношу извинения, сейчас я должен это поделиться, чтобы вы поняли. Цель этого семинара и цель тренинга, который проходит вне системы. Мы с ним поговорили, когда мы сидели. Они начали ходить на какие-то тренинги, там по Инстаграм получили, и так далее. Я говорю, послушай, это есть две вещи. Эти тренера хотят заработать с тебя. А наша система хочет, чтобы ты зарабатывал. Ощущаете разницу? Вне этого зала все хотят с тебя заработать, поверь мне. А в этом зале тебя учат, чтобы ты зарабатывал. Вот в этом будет разница этих семинаров и тренингов. Так что я задаю вопрос, в чем разница? Спасибо большое. Потому что здесь не учат просто быть умным. Здесь учат быть успешным. Как Виктор Дельч говорит, я не хочу быть умным, я хочу быть успешным. И в этом будет разница. И самое главное, в феврале месяце, новичок, я хочу, чтобы ты зажегся этой мыслью. Будет встреча. И она будет проводиться в доме у нашего наставника, у Гидропавлика. В 2015 году. В 2014 году. Мы первый раз попали домой к нашему наставнику Атилле Гидропавлику. Я никогда не забуду эту дверь, ребят. Когда я зашел за эту дверь, вот знаете, помните сериалы, где ты смотришь, как люди живут? Кто помнит сериал? Я дальше смотрел. Где там красивые дома с красивыми машинами, с красивыми. И представляешь, ты попадаешь в такую сказку. И тебя там все богатство окружает. Ты начинаешь для себя примерять это богатство. Как Атилла говорит, на такую встречу, что поехал первый раз, он потратил $5, чтобы ощутить успех. Чтобы получить успех, ему надо прикоснуться к себе. И семинар работает то же самое. В этом бизнесе нет вообще секретов. Я хотел бы официально пригласить мою супругу. Мы последние 4 года находимся в детологном программе. По месту мы качали на 40 дней. Что мы делали? Что она делала? Она очень легко спонсирует людей. Она не говорит о бизнесе. Она говорит про следующий семинар. Когда проводят по критике, либо разговаривают с людьми, она рассказывает о следующем семинаре. И сегодня она тоже пригласила человека. Она пошла в салон. Женщины, вы все ходите в салон, правда? И что думаете, она там сказала? Сидит девушка впереди. Что ты ей сказала? Она была подписана в Instagram. И я сама спрашивала, что получится. Ребят, смотрите. Что она делает? Она приходит,
чем ознакомиться и начинать ее построить на следующий раз. Показывай билет, рассказывай человек, какую ценность он может там получить. И ты тоже можешь это делать. Потому что всегда на вторых встречах, чтобы у тебя был билет на следующий семинар. Вчера, когда я предложила, кто почувствовал эту мысль, вчера она показывала такие цифры. Сколько людей у тебя было на семинаре, столько ты будешь зарабатывать денег. Просто начни говорить на семинаре. Вчера мне просто понравилась мысль Зарина, если не ошибаюсь, это было здесь совет твоя мысль. Я жалел своих партнеров, а жалость приводит к бедности. Сейчас и вопрос деньги. Да, примерно это перелет, виза и так далее, и так далее. Давайте не жалеть людей. Давайте им покажем лучшую жизнь. А может человек живет лучше его версия. Может человек может больших высот добиться. Знаете, мне вчера задали вопрос. Наверное, чтобы преуспеть в этом бизнесе, нужна большая команда. Нужно там 100 человек, 200 человек. Нет. Я сейчас хочу пригласить тех ребят, которые не пропускают у вас семинар. В каждом семинаре он здесь. Усейн Фазар. Зарина. Поздравляю. Тебе самому надо быть здесь, и тебе надо как раз с командой есть на этом семинаре. Я вижу именно тех людей, которые никогда не пропускают семинары. Что бы ни было, они всегда здесь. Какие бы обстоятельства ни случились, ты должен быть здесь. Главное, притащи себя, и главное, людям покажи, что они тоже могут быть здесь. Ребят, в феврале месяце нас ждет невероятная встреча. Я мечтаю послушать Тима Мэтсона. Вчера Вадим рассказывал, у него невероятная история. У него такая история успеха, что я чувствую, что мы все будем плакать там. Самое главное, реши, что это твое, что ты этого не будешь пропускать, потому что ты сможешь этот бизнес сделать только благодаря системе, а система говорит, ты должен быть здесь. Все очень легко. Совет, я тебе благодарю, ты вчера классный пример сказал, специально. Ты на 90% усы побрил, а на 10% у тебя еще осталось. Ты либо полностью здесь будешь, либо нет. Вот такая команда нужна в Казахстане. Вот такие отношения к бизнесу нам нужны. И самое главное, я хочу сказать, что ты самый лучший, потому что ты здесь. Ты все сможешь, потому что ты уже решил, и ты всего добьешься. И до встречи, Бенгли, на уикенде. Спасибо.